Всем добрый день, друзья. Сегодня я вот нахожусь в своей теплице и решила с вами поделиться, какой у меня в этом году урожай помидоров и огурцов. И какие сорта я посадила. В начале теплицы я посадила помидоры. Сорт называется «Орлиное сердце». Вот он мне очень понравился. Плоды такие крупные, плотные, довольно сочные, потому что я уже первый слой как бы собрала помидоров, и они покраснели, и на вкус довольно приятные. Ну, так скажем, они салатные, эти помидоры. Дальше я посадила помидоры, называются Дебарао. Сорт называется Дебарао. Ну, этот сорт больше для засолки, помидоров. Вот. Ну, тоже я считаю, что довольно неплохой такой сорт. В принципе-то мне он понравился. Плодов, я считаю, плодоносит он, этот сорт, обильно, обильно. Вот. Ну, пройдемте дальше, и я дальше вам покажу, что еще, какой сорт помидор у меня есть в теплице. Чуть подальше у меня сорт помидоров «Боец» называется. Вот они... Похоже, конечно, на Дебарао, но они покрупнее. Они покрупнее, плоды сами крупнее, чем у Дебарао. Ну и вот я тоже несколько штук посадила бойцов. Урожай довольно-таки, я считаю, тоже неплохой. Такой вот помидорчиков. Вот, скоро уже надо будет все снимать, все помидоры. Уже середина августа. Так что, друзья, урожай уже на подходе. Так, в конце теплицы у меня перцы посажены. Перцы, перчики. Перчики мы уже вовсю едим. Вовсю мы перчики едим. Вот. Наслаждаемся перчиками. Ну и тоже посажено у меня орлиное сердце. Вот тоже еще, наверное, кустов 6. Орлиное сердце. Вот. Так что по левой стороне теплицы у меня посажены помидоры и перцы. Ну, давайте посмотрим, что с правой стороны. Какие сорта огурцов я посадила с правой стороны. Огурцы я сажу всегда двух сортов. Это изящные. Вот сразу вот по центру, по курсу. Вот. Это у меня огурцы изящные. Вот. Ну, как бы они считаются вот салатными, эти огурцы. Ну, и для засолки у меня тоже особый сорт. Особый сорт огурцов. Они называются Клавдия. Вот посмотрите, как они растут. Такие все они в пупырышечках, эти огурчики. Ну вот, уже пришла пора, надо собирать огурцы. Еще немножко подсобираю на 2-3 трехлитровых банки. Ну и надо уже солить огурцы, конечно. Подошло время солить огурцы. Друзья. Так что вот. С правой стороны моей теплицы
располагаются огурцы. Еще раз сниму огурчики. Уж так они красиво растут. Вот просто вот любуешься, что так вот природа создала, что огурчики есть, помидорчики есть. Вот такая вот красота. Что хотела я вам, друзья, рассказала, что в моей теплице растет. Рассказала, какие сорта помидоров, огурцов. Опытным путем я выбрала себе помидоры, вот как бы и на засолку, и на покушать. Точно так же огурцы, два сорта. На засолку Клавдия, вот, делюсь с вами своим опытом. А хороши на салат — это огурцы изящные. Вот. Раньше я еще садила, конечно, сорт Зозуля, но они какие-то крупноватые все же, друзья. И вот опытным путем проб и ошибок я выбрала, что нужно садить сорт изящные. Ну и придерживаюсь таким образом. Ну вот. На сегодня я всем говорю. Пока-пока-пока, друзья. И до новых встреч!